Вот так выглядела набережная 2 месяца назад. Теперь все ограждения со стороны улицы Конституции стоят на своих местах. А вот по улице Чайковского некоторые секции балюстрады все еще отсутствуют. Тому, что объект постепенно возвращает свое прежнее лицо, сочинцы и гости курорта рады. Вот только качество новых ограждений вызывает у сочинцев сомнения. Я считаю, что некачественно. Сами посмотрите. Это некачественно. Даже так строят. А что вот в нем, на ваш взгляд, не так? Вот возьмите старый, посмотрите, как сделано. И сравните. Вот этого всего не было. Это сейчас уже появилось. Сколько простоят, посмотрим. Прошлый год выдержали. Эти посмотрим. Всего подрядной организации восстановлено 52 пролета. Среди них были и те ограждения, которые в первый раз по каким-то причинам были сделаны с нарушениями строительных норм. Теперь за качеством следит специально созданная комиссия. В течение 2 недель подрядная организация обязуется полностью проштукатурить и покрасить данный пролет. В свою очередь мы этой комиссией будем фиксировать, если у нас какие-то будут нарушения к строительному объекту, ну, то есть к строительству, то мы, соответственно, в рамках гарантийных обязательств опять же будем применять данные санкции к подрядной организации до полного устранения. Соответствие строительного материала нормам проверяется экспертизой, а правильность установки и монтажа конструкции балюстрады будет проведена комиссией 23 марта. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.